Нужен честный ответ. Ну, это... Ладно. Нет, Женина мама когда-то сказала, что я – это самое интеллигентное, что могло случиться с Женей. Я ненавижу делать сюрпризы. Мне кажется, что сюрпризы, ну, это ужасно. Ничего страшнее нет, чем сюрприз. И кто как идиот это делает. И клоуны. Нет, клоуны – это просто самый главный кошмар. Я собираю чемодан. Почти всегда. Очень талантливо. Ну, я просто беру все. Ну да, как-то так. Учитывая то, что мы любим путешествовать, то это болезненный процесс. Я божественно играю на рояле. Женя очень любит, когда я музицирую. Ой, мы как-то пробовали вместе учить готовиться к спектаклю. Это было чудовищно. Было невыносимо, да. Нет, у нас совсем разный подход к творчеству и вообще к работе над образом, над ролью. Поэтому у нас не очень получается делать это одновременно. Мы учим по-разному. Оля классическая школа, она переписывает от руки для того, чтобы запомнить. Просто у меня хорошая память, а Оли нет. Вот и все. Я за ним. Спокойно, спокойно, это ничего плохого, все хорошо. Жуть, посиди.